Национальная касса социального страхования Республики Молдова выступила с уточнениями. Так, территориальные подразделения НКСС отвечают и предоставляют необходимую информацию только на запросы, поступающие от управления пенсионными фондами Российской Федерации, Украины, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси. Это касается обращений со стороны соискателей социальных пособий на основе двухсторонних соглашений в области пенсионного обеспечения, число которых в последнее время значительно возросло. Учреждение уточнило, что пенсионные дела получателей пенсии не выдаются лично, а только на основании официальных запросов от управления пенсионными фондами указанных государств. Вместе с тем, информация, необходимая для предоставления компетентным учреждениям на основе двусторонних соглашений в области социального обеспечения с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Эстонией и Чехией, а также Австрией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой и Германией об утверждении страхового стажа и назначении социальных пособий, может быть предоставлена как на основании заявления соискателя, так и на основании запроса, поступившего от соответствующих учреждений страны, с которыми заключено двустороннее соглашение в области соцобеспечения. В случае, если не подписано ни одно двустороннее соглашение, заявители могут обратиться лично для получения информации о застрахованном доходе в виде и размере соцпособия, установленного территориальным подразделением НКСС по последнему месту жительства, говорится в сообщении Национальной кассы соцстраха. На данный момент республика заключила соглашение в области соцобеспечения с 12 государствами. Согласно последним данным, НКСС ежемесячно выплачивает пенсии 540 молдавским гражданам, постоянно проживающим в других государствах. В то же время еще 700 граждан страны получают пенсии от других государств, где они легально работали.